Всем привет! Актриса Ольга Бетюцкая рассказала о возможной причине скоропостижной смерти 58-летнего советского и российского актера театра и кино Виталия Вашицкого. При этом Ольга акцентировала, что ее версия не претендует на окончательную. По предположению Бетюцкой, причиной смерти Вашицкого могли быть проблемы с ЖКТ. Как рассказала она в комментариях журналистов, на своих последних съемках летом актер надорвался и очень устал. Слышала, что у него проблемы с ЖКТ, а после этот клубок завертелся и болезни появились одна за другой, добавила собеседница журналистов. Ольга подчеркнула, что сам коллега в беседах с ней о своем здоровье предпочитал не распространяться, а в театре на Таганке, сообщая о смерти артиста, причин не назвали. Напомним, на экранном счету, начиная с актерского дебюта в 83-м, у актера порядка 100 проектов, в том числе в «Дальнобойщиках», «Марш-броске», «Универе», «Солдатах», «ДМБ» и многих других.